на нормальный минус. Не был ни эстетичным, ни четко сделанным. Брэндон Мросс из Соединенных Штатов Америки. Ученик Томаса Крайчика. Серебряный призер чемпионата США. Ему 19 лет. Исполнится в декабре. Самое обидное в этой ситуации и самое тяжелое, это, конечно, после того, как ты сделал, точнее, сорвал один свой прыжок, затем сорвал другой свой прыжок, который у тебя, в принципе-то, получаются, и все, ты их умеешь делать. И делал тысячу раз и в прошлом сезоне в том числе. После этого нужно нельзя остановиться. И это отвратительно. И это воспитывается, конечно, с детства. Заставляют прокатывать программу на тренировке от начала до конца, чтобы приучить себя, что каждый следующий элемент тоже имеет значение. Ну, вот это, как вы поняли, был четвертный. А это вроде как тройной аксель. Единственный прыжок, получившийся у Брэндона, это Лутц. Он прыгнул его в каскаде. Но вы видели, на выезде чиркнул ногой по льду. За это тоже никто ему дополнительных баллов не добавит к его катанию. Обидно.
такая, казалось бы, вполне себе американская программа с медным духовым оркестром, джазовым, эффектным. Превратилась в испытание. На трибунах болельщицы вовсю скандируют «Джонни, Джонни». Там все разбирается техническая бригада. Какими-то вопросами. Ну и много не будет. За четверной тулуп, тем не менее, он заработал 5 баллов, несмотря на падение. И там нет никаких намеков на недокруты и так далее. Аксель стоит одинарный и с минусами.